Здравствуйте, с вами Александр. В прошлый раз я напилил много веток абрикосы. Они заняли тут все пространство, весь объем. И вот я спустя время, как только получилось, вырвался на дачу все это дело измельчать и относить в тропинку. Пилю я все это дело вот здесь. Пилю лобзиком с подачей, с регулировкой оборотов. И отношу в тропиночку. Тропинку сейчас покажу. Мама тут поливает. Попозже, может быть, отдельным роликом сниму техсрез павловнее. Вот такая вымахала и подмерзла. Давно пора делать, но все никак. Тут мама все окучила, помидорки. Клубничку собрали, сейчас прополка. Вот она, предыдущая отсыпка. Мама тут отсыпала то, что мы до этого напилили с братаном. И вот сегодня я свеженького подсыпал. Вот, вот такой вот хороший слой, да, первый раз, может быть, неудобно будет ходить, но оно сейчас все придушится. Если сверху еще постелить все картоном там и кинуть пару досок, вон ящерки, ящерки сразу. Для ящериц тут рай, они прячутся от хищников, от ежиков и прочих птиц. Вот так вот разрослась абрикоса, она стала сильно притенять. Еще ее буду обрезать, но прежде чем... Обрезать вот на сарае легла ветка, тоже мешается тетя Таня. Там вон в окно лезет, тоже надо все обрезать. Все это обрежу. Вот в прошлый раз тут тоже накидал. Но тут я не так сильно измельчал, так вот и кидал. Думаю, ну тоже оно подсохнет. В принципе, через полгода наступить оно луцнет, сломается. Но если есть возможность, как я сегодня с секатором, с лобзиком, со всеми делами, лучше порезать. Вот картон предыдущий раз мама застелила, там тоже есть веточки, палочки, уже солнце туда не проникает, бурьян не растет. Сейчас мы еще слой толще делаем, и да, перестилать бы это еще картоном, он и влагу будет задерживать, и будет шикарно. Здесь паутини замечательно себя чувствует белая, желтая смородина, но ей немножко было темновато, вот мы ее подоткрыли. Вот как они выглядят, палочки с предыдущих лет. А так тут голый песок. Вот возьмем палочкой, поковыряемся. Голый песок такого темного цвета, ну, с примесью гумуса. Вот, вот так вот измельчаю абрикос. Это все питание для грибов. Грибы в симбиозе с деревьями. В общем, микоризов ту же жару подпитывает слабые растения, чтобы они не погибали. Снабжает их водой. Пчелы летают, вон, опыляют малину. В общем, я рад, что вновь с мамой мы ездим на дачу. А то не всегда бывает возможность, время и так далее. А может быть и желание. Надо просто чаще просить. Вот мама стала просить, мы ее просить. Тоже нам с внуками помогать. И вот так вот взаимовыручкой, взаимопомощи успеваем везде поддерживать красоту. Здравствуйте, Тань. Привет. Вы будете в Ютубе. Я, как всегда, без ролика не смог. А ты думаешь, что давно ничего не снимал? Надо подснять. Как у вас тут жизнь молодая? На природе хорошо, соловьи по ночам поют, красота, приятно слушать. Я сам соскучился, у нас на собачьем не очень поют, как-то мало у нас деревьев там. Угу. Не, на большой земле поют, а на собачьем мало. Ну где-то полпятого, без 25 просыпаюсь, открываю окно, это вообще лягушка. Никакое русское радио рядом не стояло с такими звуками. Вот, и я скучаю по всем этим делам. Не, и большая земля, болото, это все же то же самое. Там такие же улитки, запахи такие же родные, я хожу, даже запахи эти. Так же, тетя Тань, попозже абрикосы буду еще обрезать. Сейчас вот это переработаю кучу, в тропинке усилю. Да, да, о, это же напрягает по ночам, спать охота. Тетя Тань, говорите, я говорю, маме, просите, напоминайте, да, мы заняты, да, все дела. Уткнул, давай, 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 давай. Хорошо, раз отбрехался, два отбрехался, а на третий уже никуда не денешься. Сделай, отпилю, и сегодня залезу, отпилю, короче. Потому что сон, это же надо отдохнуть, тем более, когда соловьи и скрежет ветки. Ну. Уберем, тетя Тань, все уберем. Мама, мама, меня в кадр не брать. Ясно. Все, закругляемся. Лайки, комментарии. Желаем всем жить вот так вот на природе, слушать соловьев и кушать, конечно же. Вот оно, золото. Никакой олигарх себе лишний раз такое не позволит. Своими руками выращена там другая энергетика. Все, еще раз всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока. До свидания.